Капитальный ремонт покрытия на улице маршала Жукова плановый. Также планово ведется в этом году замена асфальта и на Можайском шоссе. Обе дорожные стройки совместно финансируются областным бюджетом и городским поселением Одинцово. Это 50 миллионов. Кстати, из них это 20 миллионов – это областные деньги областного правительства Московской области, и 30 миллионов – это деньги городской администрации. Если ремонт Можайки идет преимущественно ночью, то на Жукова работы ведутся практически круглосуточно. Нужно торопиться. Сезон масштабного дорожного строительства подходит к концу. Сроки остались маленькие. Хороших дней без дождя тоже очень мало. Бабье лето, ну, где-то неделя, но 10 дней самое большое. Вот в этот период нам нужно выложить асфальт для того, чтобы более-менее было хорошее качество. Работы осложняют припаркованный в зоне ремонта транспорт, который приходится эвакуировать. Хотя прекрасно видно, где в данный момент машину лучше не оставлять. Все временные неудобства искупятся хорошим результатом. Относиться жителям необходимо с пониманием, что идет ремонт дороги, что необходимо поставить машину чуть подальше и пройти пешком к тому месту, куда он приехал или должен подойти потом, для того, чтобы дать возможность ремонтной организации произвести те работы, которые нужно по улице Жукова, ну и в дальнейшем по Можайскому шоссе. Представители городской администрации ведут постоянный контроль за качеством работ. Замена асфальта на Жукова и Можайском шоссе должна завершиться в течение 2 недель. А локальный и ямочный ремонт дорог в городе ведется уже круглогодично. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».